полностью. Напав на Польшу 1 сентября 1939 года, германская армия воевала по-новому. Основой ее действий была скорость и неожиданность. На определенном этапе у противника уже не было возможности или же желания сопротивляться. Однако даже Наполеон не нашел бы в этом ничего удивительного, хотя шел уже не 1805 год, и армии России и Австрии не были побеждены под Аустерлицем. С ним вполне бы согласился и генерал Хайнц Гудериан, убежденный сторонник развития бронетанковых сил. Разница между двумя компаниями, хотя их разделяло полтора века, заключалась не в том, как добиться победы, а в различных технических возможностях. Механизация в ходе Первой мировой войны и технический прогресс в период между войнами позволяли справляться с противником в ходе молниеносной кампании. Ключом к победе являлись действия подвижных соединений, а именно танков и поддерживающих их частей. Очевидный успех германских войск в Польше, Франции, России и Северной Африке в первые годы Второй мировой войны был достигнут благодаря действиям танковых сил. Именно они стали главной ударной силой, на которую работали все остальные. Теоретически военные успехи Германии и ее союзников в начале войны были во многом подготовлены Гудерианом, Роммелем и Манштейном. Они не только думали о взаимодействии различных родов сухопутных войск, но также предполагали, какую роль во всех операциях будет играть господство в воздухе. Именно тесное взаимодействие сухопутных сил и авиации стало основным фактором, который привел к поражениям армии Польши, Франции, Великобритании и Советского Союза в начальной стадии военных действий. Союзный офицерский корпус был подготовлен на основе независимых действий различных родов войск на поле боя. На полях сражений в Северной Африке правильность германских теорий была подтверждена жестокими поражениями союзников. Британские сухопутные силы и королевские ОВС не пытались взаимодействовать, в отличие от Люфтваффе и Вермахта. Роммель неоднократно отмечал, что победа африканскому корпусу приносила именно неслаженность действий противника. Превосходство германских командующих заключалось в том, что они сумели ухватить самую суть современной войны, основанной на передовых технологиях, которые начали развиваться еще в ходе Первой мировой войны. Они демонстрировали это умение вплоть до поражения Германии в 1945 году. Одним из средств, обеспечивающих мощность удара танковых сил, стала разведка. Глазами и ушами всех частей, составляющих германские подвижные соединения, стали колесные бронемашины разведывательных батальонов. Они находились далеко впереди наступающих танков. С 1933 года германская военная промышленность выпускала множество вариантов подобных машин. Они удачно действовали в ходе всей войны. Не менее важную роль в действиях наземных сил играли бронетранспортеры, артиллерийские тягачи и самоходные зенитные установки, готовые при необходимости вести обстрел противника. Большинство из них были полугусеничные. Именно в развитии этого типа машин в Германии были вложены значительные силы в период между войнами. Одновременно с танками развивалась радиосвязь, установка на самые разные техники позволила Гудериану и его офицерам контролировать действия своих частей. Наполеону такое не снилось. Без сомнения, он бы сумел оценить подобную возможность. В 1932 году Рейхсвер очень нуждался в четырехколесной бронемашине для разведывательных действий в составе кавалерийских полков. В результате появился КФЗ-13, построенный фирмой Адлер. К началу Второй мировой войны эта машина уже была устаревшей, и тем не менее участвовала в польской кампании. Появление ее на фронте в начале военных действий в России свидетельствует об отсутствии возможности военной промышленности обеспечить армию новой бронемашины. Самая маленькая германская бронемашина нового поколения получила обозначение 221.
Она была предназначена для ведения разведки и находилась в составе легких пехотных, моторизованных и танковых дивизий, поступив в войска в 1937 году. Их было построено 339 штук до того, как в 1940 году выпуск был прекращен. Толщина брони была такой же, как у Адлера, 8 мм, но все-таки 221-й был защищен в большей степени благодаря наклону броневых листов. Вооружение также было слабым, всего один пулемет МГ-34. 221-й участвовал во всех основных кампаниях германской армии, от Франции и России до североафриканской пустыни. Слабая броня и вооружение привели к появлению более мощного 222-го. Шасси и дизайн корпуса были практически одни и те же, но 222-й разрабатывался в качестве машины для дивизионных разведывательных частей. Экипаж составляли два человека. Чтобы в машине не было так тесно, у нее появилась 10-угольная башня, в которой находилось автоматическое 20-мм орудие 30 или 38, которое устанавливалось на истребителе Мессершмитт 109. В качестве дополнительного вооружения использовался пулемет МГ-34. Схема применения разведывательных частей германской армии предполагала, что они будут участвовать в наступательных операциях против превосходящего противника. Скорость и подвижность были главными достоинствами разведывательных машин. Их вооружение позволяло вступать в бой только с равным противником. Предполагалось, что быстрое отступление при первой же возможности станет основным правилом их действий при появлении какой-либо угрозы. Поэтому 20-мм орудие так и осталось основным на вооружении германских разведывательных частей. До тех пор, пока в 1942 году на восьмиколесной 223-й не было установлено 75-мм орудие для огневой поддержки, и в 1943 году башня с 50-мм орудием для пятификации, получившей название «Пума». В первой половине войны 20-мм орудие было вполне достаточно для ведения огня по противнику. Хотя 222-й действовал на всех театрах, в 1943 году было принято решение снять его с производства для того, чтобы снабдить войска на Восточном фронте более мощной машиной. На 222-м была установлена слабая радиостанция, поэтому иногда они действовали совместно с 223-м, специально оборудованным мощной радиостанцией с антенной в виде рамы. 223-й отличался от 222-го радиостанции. Вооружение составлял МГ-34, установленный в маленькой башне. 223-й, 222-й, 221-й были оснащены экранами для защиты от гранат. В 40-м году на шасси 222-го были разработаны два варианта под установку радиостанции, 260-й и 261-й. Их использовали связисты танковых частей. Разведданные расположения неприятеля должны были добывать самолеты, взаимодействующие с наземными частями, а также разведывательные бронемашины, находившиеся впереди наступавших танковых соединений. 42-й, 222-й совместно с машинами связи могли действовать на расстоянии около 100 км впереди танков. Первое столкновение союзных или советских войск происходило именно с разведывательными частями. Достаточно редким экземпляром был 247-й, который вы видите на этой фотографии. Он стоит особняком во всем ряду выпущенных бронемашин, так как является штабным бронеавтомобилем. Так постепенно происходило превращение в бронетранспортер. Модель 4х4, поступившая в производство в июле 1941 года, заменив шестиколесный вариант 247-го,
производимость 1937 года наглядно это демонстрирует. Командир разведывательного батальона находится во главе колонны 222-х и одной радиостанции на 223-м, проходящей по улицам французского городка во время оккупации территории Вишистской Франции в ноябре 1942 года. Шестиколесные 231-е, являющиеся базовой моделью тяжелой разведывательной бронемашины, 232-й с антенной в виде рамы и 263-й радиостанция стали первыми машинами нового поколения, поступившими на вооружение германской армии в 1932 году. Базой послужило шасси 6х4 для езды по бездорожью, которое компании Daimler-Benz, Magirus и Büssing AG производили для гражданских грузовиков. Хотя армия самым решительным образом затребовала шасси для своих нужд, быстро стало ясно, что вложение не оправдывает себя. 231-е оказались неудачными машинами, технические возможности их были ограничены. Соответственно, их пришлось заменять. Модель выпускалась в течение всего 4 лет. Ее производство было прекращено в 1937 году. Вес машины составлял от 5 до 6 тонн. Она была вооружена как и 222-й 20-мм орудием, пулеметом МГ-34, расположенными в башне. К 1939 году 231-е почти полностью были заменены на новые тяжелые 8-колесные разведывательные машины. В течение первого года они все еще встречались в составе разведывательных батальонов компании в Польше и Франции. Лишний раз показали, что у машины плохая проходимость из-за тяжелого веса и недостаточной мощности мотора. Впоследствии они попали в учебные подразделения. И тем не менее шестиколесные бронемашины, несмотря на свои недостатки, дали возможность отработать действия разведывательных батальонов еще перед войной, во время оккупации Австрии и Чехословакии. Восьмиколесные бронемашины, появившиеся в 1936 году, стали наиболее распространенными в германской армии. Они сохранили те же модификации обозначения, что их предшественники. 231, 232 и 263. Восьмиколесные бронемашины, без сомнения, стали наиболее технически сложными в мире в своем классе. Хотя шасси выпускал завод Büssing AG, выпуск бронированных корпусов осуществлял Deutsche Werke в Киле. Общую сборку машины выполняла компания F. Шиша из Элбинга. С 1936 года по сентябрь 1943 847 бронемашин данного типа сошло с конвейера. Восьмиколесные машины 231 серии участвовали в боевых действиях, начиная с Польши и до самого поражения нацистской Германии. Характер их применения зависел от количества машин. Самые крупные подразделения находились в танковых частях. Каждая танковая дивизия получала по 12 машин, моторизованные 6, а пехотная бригада на грузовиках всего 4. Они действовали вместе не только с легкими разведывательными машинами, но также с поддерживающими мотоциклистами, вооруженными пулеметами на колясках. У 263-го был точно такой же кузов, как у 231-го, с увеличенным отсеком для экипажа, где находилась мощная 100-ваттная средневолновая радиостанция. Находившиеся в подразделениях связи танковых и моторизованных дивизий, эти машины с мощными радиостанциями давали возможность быстро передавать приказ, базирующийся на самых последних разведданных о расположении противника и его силах. Самые интересные кадры с участием восьмиколесных машин сделаны во время съемок действий разведывательных подразделений 1-й танково-гренадерской дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер во время Балканской кампании в апреле 1941 года. Смешанные подразделения из легких 221-х, 8-колесных радиостанций, 232-го и стандартных разведывательных 231-х осторожно проходят через городок, выслеживая отступающие британские войска.
Обратите внимание на надпись «Зейдлиц» на машине. Это имя, которое ей присвоил экипаж. Подобная практика германской армии была гораздо менее распространена, чем американской или английской. В ходе кампании разведывательные машины дивизии Рейхштандарт находились под командой штурмбанфюрера Курта Мейера, который был награжден за эту операцию рыцарским крестом. Обнаружив, что англичане эвакуируются морем, он сумел организовать преследование, возглавив несколько рыбацких судов, посадив на них своих людей и разместив бронемашины, и даже захватил в плен войска из состава 3-го танкового полка на Фьегосе. В Африке восьмиколесные бронемашины начали действовать самостоятельно. Вопреки распространенному мнению, ливийская пустыня не так сильно покрыта песком и представляет собой неплохую поверхность для быстрого продвижения колесной гусеничной техники. Бронемашины удачно действовали в составе африканского корпуса. План «Барбаросса» предъявлял наибольшие требования к бронемашинам, когда они углубились на территорию Советского Союза, распыляя свои ресурсы по все более растягивающемуся фронту. 222-й и 223-й из состава 11-й танковой дивизии танковой группы Клейста, действующие вместе с группой армии Юг, прорвались в тыл советским войскам, собирая важную разведывательную информацию в ходе операции по окружению частей противника под Киевом в августе 1941 года. Именно на восточном фронте проявились все преимущества спроектированной восьмиколесной базы. Весной дороги превращались в грязное месиво, шли дожди, и лишь зимой, когда грунт замерзал, восьмиколесные бронемашины могли действовать на скорости. На поздней модификации 232-го антенна в форме рамы была заменена двумя на крыше башни и на задней части корпуса. Бронемашины участвовали и в наступательных операциях, как эти 222-е. Командование осуществляется из 232-го поздней модификации, ведущего огонь по засевшим в горах югославским партизанам. Последняя модификация 231-го была выпущена в декабре 1942 года, поскольку разведывательные части нуждались в собственной огневой поддержке для противодействия все возрастающим силам советских войск и западных союзников. Первые 10 233-х были переоборудованы из 231-х и 232-х, вернувшихся в Германию для переоснащения. Затем было выпущено еще 109 новых машин до того, как в октябре 1943 года производство было прекращено. Они были вооружены 70-миллиметровым орудием Л-24. Первые части 233-х появились в Северной Африке в конце 1942 года. Они активно участвовали в боях в Тунисе, где и был снят этот фильм. Организованные повзводно по 6 машин в каждом взводе, 233-й сопровождали легкие 222-е и 223-е, что вы видите на представленных кадрах. Для защиты от союзных самолетов машины закамуфлированы. Боезапас 233-го составляли 33 бронебойных осколочно-фугасных снаряда. Зачастую экипажи сами увеличивали боезапас, исходя из заданий и сопротивления противника. Т-233 стали пользоваться заслуженной популярностью. Вы видите 233-й из состава 1-й танковой дивизии в Салониках в июле 1943 года. Они использовались на всех фронтах до самого конца войны. Вы видите на этих кадрах, как они обеспечивают поддержку смешанной разведгруппе из 222-х, 223-х и Швимвагенов, действующей на восточной границе Польши. Очередной заказ на тяжело вооруженные восьмиколесные бронемашины был сделан в августе 1940 года, но первая «Пума» сошла с конвейера завода Кюссен-КГ в сентябре 1943 года. Хотя внешне она походила на 231-й, которая была должна заменить, «Пума», получившая обозначение 234, обладала гораздо лучшей защитой корпуса.
Их было выпущено всего 101 штука. Они были объединены в роты в составе четырех танковых дивизий на Восточном и Западном фронтах. Они вместе с дивизией «Панцерлеер» и 2-й танковой дивизией участвовали в ужесточенных боях в Нормандии, где и был снят этот фильм. Действуя вместе с разведротой из «Панцерлеер» против американских частей под Сен-Лу, тщательно замаскированные «Пумы» идут по дорогам. Установленное в башне 50-миллиметровое орудие Л-60 обеспечивало мощность огня, которой не было ни одной из германских бронемашин. Судьба «Пум» в Нормандии была точно такой же, как у другой германской техники. Эти фотографии сделаны после прорыва союзников, уничтожения германской группы армии «Запад» в Полесском котле. С июня 44 по январь 45 года было выпущено ровно 200 вооруженных 20-миллиметровым орудием бронемашин 234-1, поступивших в танковые и танково-гренадерские дивизии. 234-3 выполняли задачу средств огневой поддержки в разведных подразделениях. Они были оснащены 70-миллиметровым орудием, которое в 1944 году уже не подходило для этой цели. Гитлер приказал установить на них 75-миллиметровое противотанковое орудие, которое смогло бы действовать против союзных танков. После присоединения Австрии германская армия получила 27 восьмиколесных бронемашин АДГЗ, находившихся на вооружении австрийской армии. Они были переданы в распоряжение полиции. 14 этих машин участвовало в операциях полицейского подразделения СС в Данциге 1 сентября 1939 года после вторжения германских войск в Польшу. Их поддерживали легкие орудия. Бронемашина с названием «Судетская область» прикрывает своим огнем полицейских, штурмующих здание почтамта. Австрийские бронемашины были вооружены 20-миллиметровым орудием и двумя пулеметами. Штайер Даймлер Пух получил заказ на изготовление еще 25 таких машин в 1942 году для частей СС, воевавших в России. Немцы использовали множество трофейной техники. Одним из лучших бронеавтомобилей был Панар-178. Они были захвачены в 1940 году и поступили на вооружение. 43 из них были модернизированы для использования в России в качестве бронедрезины. Получившие колеса для передвижения по железнодорожному полотну, они действовали вместе с бронепоездами, защищая линии снабжения от партизан. Экипажи «Панаров» вели огонь из орудия или же вызывали бронепоезд. Действия восьмиколесных машин во время войны были настолько успешными, что Бундесвер повторил их конфигурацию на своей разведывательной машине «Лукс» в 1975 году. Ни в одной воюющей армии в ходе Второй мировой войны не было столько полугусеничных машин, сколько их было в германской. Интерес к подобной технике проявился еще до прихода к власти Гитлера и последующего перевооружения вермахта после 1933 года. Первые образцы были применены еще в ходе Первой мировой войны. Их действия послужили основой для формирования тех типов полугусеничных машин, которые стали артиллерийскими тягачами Рейхсвера еще в 1926 году. Программа была завершена в 1929 году. Возникла необходимость в появлении еще ряда тяжелых тягачей на полугусеничной базе. К 1932 году была разработана программа строительства легкого 5-тонного, среднего 8-тонного и тяжелого 12-тонного тягачей. После 1933 года начала действовать программа перевооружения вновь создающегося вермахта и появилась необходимость в строительстве еще двух типов машин. В 1934 году были разработаны 1-тонные и 3-тонные полугусеничные тягачи. Они стали одними из наиболее важных машин для вермахта. Необходимость производства сверхтяжелого 18-тонного тягача появилась только в 1936 году. Большое количество различных фирм было задействовано в программе. Бюссинг АГ и Даймлер-Бенц в Берлине, Краус Мафей в Мюнхене, Фама в Бреслау, Димак в Руре и Боргвард в Бремене.
Перед началом войны удалось организовать производство таким образом, что в ходе военных действий выпускалось 8 типов машин. Самой маленькой полугусеничной машиной стал Cat & Craft Rat. Точнее, это был полугусеничный мотоцикл. Он выпускался компанией NSU, первоначально разрабатывался для нужд австрийской армии. Производство было начато в 1940 году и завершилось в 1944. К тому времени было выпущено 8345 этих машин. Они предназначались для буксировки легких орудий в составе парашютно-десантных частей. Впервые участвовали в высадке на Крит в 1941 году. Однако оказались настолько универсальными, что использовались германской армией повсеместно. Машина оказалась очень маневренной и могла передвигаться в практически любой территории. Мотор передавал усилия на гусеницы. Водитель управлял передним колесом, поворачивая машину в стороны, как обычный мотоцикл. На пересеченной местности в сложных ситуациях в действие вступал тормозной механизм. Способность Cat & Craft действовать в самых разнообразных условиях демонстрируется в этих кадрах на полигоне NSU для испытаний новых машин. Cat & Craft находился на всех фронтах, начиная с 1941 года. Захваченные англичанами в Северной Африке, эти машины впоследствии использовались ими. Летом 1943 года были сделаны съемки, показывающие, как Cat & Craft действует именно в той роли, для которой он предназначался. Планер доставляет парашютистов в качестве подкрепления германским войскам, находящимся в обороне на Сицилии, после высадки союзников 10 июля. Сначала планер DFS-230, перевозящий войска, благополучно приземляется на береговой полосе. За ним следует большой Гота-242. Вес Cat & Craft составлял 1280 килограмм. Гота свободно мог переносить его. Трап позволял легко вывести машину наружу. Cat & Craft мог перевозить тяжелый для парашютистов груз или же буксировать противотанковое орудие. Cat & Craft, обладающий проходимостью танка, очень кстати пришелся на Восточном фронте, когда осенью и весной дороги превращались в сплошную грязь. В 1939 году завод «Дымак» начал производство однотонного полугусеничного тягача D7, который стал одним из наиболее многочисленных в составе вермахта. Компания передала производство обычного тягача другим заводам, а сама сосредоточилась на выпуске бронированных модификаций. СДКФЗ-10 активно использовался в ходе военных действий. Одной из основных модификаций стала СДКФЗ-10/4, самоходная зенитная установка, где отделение для солдат было заменено на платформу, на которой находилось 20-миллиметровое зенитное орудие. Было построено 610 таких машин. Когда в 1944 году модель была снята с производства, всего было выпущено 25 тысяч штук с заводами на территории Франции, Австрии и Германии. Среди них Сарбург в Вене, Панар, Рено, Симка, Пежо и Лоррейн во Франции, Меканишеверк в Силезии, Германии. Другие германские заводы, Бюссенкак, Маяк, Адлер, производили его наряду с танками и собственными моделями полугусеничных машин. Внешний вид тягача оставался без изменений. Первоначально это был открытый кузов для 8 человек, которые, чтобы выйти из машины или войти в нее, перелезали через борт.
1939 году на однотонное шасси был установлен бронированный корпус. Появилась целая серия 250, предназначенная для службы в разведывательных частях танковых и моторизованных дивизий. Внутри находился водитель, командир и четверо солдат. Корпус обеспечивал защиту от стрелкового оружия. Несколько прототипов проходили испытания во время польской кампании. Затем производство машины было отложено и возобновлено лишь в июне 1941 года. 250-я серия насчитывала несколько модификаций. Две из них можно увидеть на этих кадрах в составе 1-й дивизии СС во Франции в 1942 году. 250-10 был оснащен пушкой ПАК-36. 253 — командирский вариант с мощной радиостанцией антенной виде рамы. Производство 250-х увеличивалось. Больше стало появляться кинохроники с их участием. Эти кадры сняты летом 1942 года на юге России с участием трех модификаций. Стандартного транспортера, машины с орудием ПАК-36 и командного, который участвует в наступлении на Ростов-на-Дону. Для обороны 250-е оснащались пулеметом МГ-34, который устанавливался вверху спереди. Часто сзади сверху на корпусе устанавливался еще один МГ-34. На кадрах видно, как экипажи ведут огонь из стрелкового оружия МП-40, находясь в машине. Свастика на капоте была предназначена для опознания машины собственной авиации. Вариант 253 с радиостанцией являлся очень нужной машиной и использовался для связи и контроля за действием моторизованных соединений. Наиболее известным из однотонных полугусеничных транспортеров стал принадлежащий Роммелю, командующему африканским корпусом. Пропаганда всячески рекламировала его действия. Его командный транспортер, получивший имя «Гриф», часто попадал в выпуски кинохроники. Стандартные 250-е поддерживают 250-10, в составе сил которой приказу Гитлера входит на территорию Южной Франции после высадки союзников в Северной Африке в ноябре 1942 года. Неудачные действия четырехколесных 222-х на Восточном фронте привели к замене на полугусеничный 250-й с точно такой же 10-угольной башенкой, в которой было установлено 20-миллиметровое орудие в середине 1943 года. Производство новой модификации, получившей обозначение 259, началось в мае 1943 года. Экипаж состоял из трех человек, боезапас 100 снарядов для 20-миллиметрового орудия, 30 типа 38. Машина была также вооружена пулеметом МГ-34. Она использовалась в разведывательных подразделениях Вермахта и Ваффен-СС, танковых моторизованных дивизий. 4250-х было выпущено до октября 1943 года, после чего была изменена конфигурация броневых листов, ведущая к более быстрой и легкой сборке. В результате появился новый вариант 250-го. Наиболее характерной чертой машины являются более вертикальные броневые листы. Впоследствии выпускались те же модификации 250-го, что и раньше, только с новым корпусом. Они продолжали оставаться на вооружении разведывательных подразделений. В 1944 году в состоянии ухудшающейся ситуации было принято решение прекратить производство 250-х и оставить выпуск только 251-х. К этому времени было построено 2378 машин с новым корпусом. Один из наименее часто появлявшихся в хронике видов техники был трехтомный СДКФЗ-11. Он был очень нужной машиной. Из всех небронированных полугусеничных транспортеров, производимых в годы войны, его было выпущено больше всех, около 25 тысяч штук. Трехтонное шасси было разработано бременской фирмой «Борбор». Считавшейся легкой машиной, 11-й использовался в качестве артиллерийского тягача, в основном для буксировки 105-мм гаубицы.
Он действовал в этой роли на всех фронтах. Иногда 11-й буксировал более тяжелый 88-миллиметровый флаг 18 и 36, а с 1942 года 75-миллиметровое противотанковое орудие ПАК-40. В дальнейшем добавились реактивные установки, так называемые «верферы». Производство трехтонных 11-х было распределено между несколькими компаниями. Основной оставался «Боргвард». Кроме того, принимали участие «Ханамак», «Автоюнион», «Адлер» и «Пражская Шкода». СДКФЗ-11 был стандартным типом германского полугусеничного транспортера. Двигатель устанавливался впереди. Рулевое управление действовало на передние колеса. Экипаж орудия располагался за водителем. Борта защищали от огня стрелкового оружия и осколков снаряда. Трехтонный тягач оказался универсальной машиной. С 1943 года предпочтение отдавалось именно его выпуску. Одним из основных видов полугусеничных бронетранспортеров германской армии стал СДКФЗ-251. Он выпускался на шасси трехтонного СДКФЗ-11, разработанного фирмой «Боргвард». Но производила машину фирма «Ханамак». Первая унификация 251А появилась в войсках в июне 1939 года. Некоторое их количество участвовало в польской и французской кампании. К 1945 году было выпущено 23 различные модификации 251-го. 251-4 буксировал 105-миллиметровую гаубицу, 251-10 был вооружен орудием ПАК-36. Это были одни из первых модификаций 251-го. На фотографии модель 251-Б в 1941 году в России. К тому времени большинство танковых дивизий получило эти машины, но полностью они стали оснащены транспортерами только в 1942 году. Модель С появилась в середине 1940 года. Нос стал плоским, увеличилась броневая защита. Модификация выпускалась до сентября 1943 года. 251-й С, который вы видите на этих кадрах, принимает участие в контрнаступлении на Харьков в мае 1942 года, перед началом крупного наступления на юге России. В то время 251-й С наиболее часто появляются в кадрах кинохроники. Они служили на всех фронтах, те, что вы видите сейчас, из состава оккупационных сил во Франции. Но большинство находилось на Восточном фронте. Интересные кадры, сделанные в 1944 году, где 251-й С используется для подготовки в поле штурма по уничтожению танков с помощью магнитных мин и других средств. Одной из наиболее важных модификаций стал 251-33, радиовариант, обеспечивающий связь в составе танковых моторизованных дивизий с другими родами войск. В основном его использовали старшие офицеры в качестве командирской машины. Он был оборудован в соответствии с тем, в какой части нес службу. Иногда на борту находилась шифровальная машина «Энигма». Модификацию можно было сразу отличить по антенне в виде рамы, которая устанавливалась до 1942 года. Впоследствии на машину стали устанавливать антенны обычной конфигурации. Эти 251-й модели С и мотоциклисты из состава 11-й танковой дивизии на Восточном фронте зимой 1942-43 года. Несмотря на значительный вес 8 тонн, 251-й свободно перевозились на транспортном мессершмитте 323 гигант. Грузоподъемность 22 тонны позволяла одновременно перевозить 251-й и 1-тонный транспортер «Демаг». Эти два транспортера были отправлены на Крит в качестве подкрепления, размещенного на острове гарнизона. Мессершмитт 323 был тихоходным и сильно уязвимым, но в тот период времени район Эгейского моря был вне досягаемости союзных истребителей.
Съемки были сделаны в начале 43-го года. 4650 первых трех модификаций 251 было выпущено до сентября 1943 года, когда начала производиться последняя модификация D. Переработке подвергся корпус машины, как и в случае с однотонным 250-м. Было сокращено количество броневых листов и сложных поверхностей с целью сделать производство более быстрым и дешевым. Машина стала выглядеть аккуратнее. Сложные углы и поверхности первых модификаций были устранены. Задняя поверхность стала плоской, что значительно упростило установку двери. В результате усовершенствования немного увеличился вес машины. На эффективность действий модернизации не оказало влияния. Машина стала длиннее, чуть более 7 метров. Высота осталась прежней, 175 сантиметров. Ширина 210 сантиметров. Проходимость 251 не могла сравниться с возможностями гусеничной машины, но он уверенно действовал в условиях пересеченной местности. На грунтовой дороге скорость достигала 55 км в час. На 5-8 км расход топлива составлял около 4 литров. До окончания войны было выпущено 10602 251-х. Модификация D стала наиболее многочисленной. Различное вооружение позволяло использовать ее для решения многих задач. Одна из модификаций, саперная 251-7, действовала очень удачно. На ней размещалось два небольших штурмовых моста. 251-7 на этой фотографии состава дивизии СС «Викинг» в Польше в конце 1944 года. При столкновении бронетранспортеров с хорошо оснащенным неприятелем не всегда можно было положиться на тяжелое вооружение. Опыт действий на Восточном фронте показал, что необходима своя собственная огневая поддержка. На 251 было решено устанавливать 70-мм орудие Л-24. Первые экземпляры на шасси модели С появились в войсках в конце 1942 года. Впоследствии установка этого же оружия была проведена на модификации D. Была разработана стандартная платформа для орудия на верхней части корпуса. Фельдмаршал Герд фон Рунштедт инспектирует новую 12-ю дивизию СС. Он осматривает модификацию 251-16, предназначенную для буксировки 140-мм огнемета. Вы увидите эти машины в бою, поддерживающими войска в Голландии поздней осенью 1944 года. Бронетранспортеры участвовали в боевых действиях до самого конца войны. Кадры с их участием демонстрировались кинохроникой с декабря 1944 года по март 1945, когда по приказу доктора Геббельса съемки программ были прекращены. Большинство снятых эпизодов относятся к боям под Будапештом, последнем германском наступлении, названном «Южный ветер» в январе 1945 года у озера Балатон. Бронетранспортеры и средние танки «Пантера» проходят мимо подбитой Су-76, преследуя временно наступающие советские войска. Последний кадр с участием 251-х сделан во время безнадежной попытки германских войск держать советское наступление на Одере. Они закончили воевать на улицах Берлина в мае 1945 года. Пятитонный СДКФЗ-6 был первым полугусеничным транспортером, поступившим на вооружение вермахта в 1935 году и оставался в производстве до 1943 года. Общий выпуск составил около 3000 единиц, что свидетельствует о том, что модель была не совсем удачной. Основная проблема заключалась в том, что машина не справлялась с предназначенными задачами. С буксировкой 150-мм гаубиц, что предполагало основной задачей, СДКФЗ-6 справлялся более дешевле. Дешевый трехтонный тягач, а для того, чтобы тянуть мощные 88-мм или 150-мм орудия, у пятитонного тягача не хватало мощности.
The first of 12,000 8-ton SDKF-7. Первый из 12 800-тонных SDKF-Z7, выпущенных в 1944 году, сошли с конвейера завода Краус Маффей в 1934 году. Отличительными особенностями ранних модификаций восьмитонника, получивших обозначение KMM 8, 9 и 10, стали 4 опорных катка. В результате гусеницы занимали примерно половину общей длины машины. Главное ведущее колесо находилось внизу шасси, чуть позади кабины водителя. Расстояние между гусеницами и передними поворотными колесами было очень большим. KMM-8, выпуск которого также осуществляли Daimler-Benz и Büssing-AG, находился в производстве до 1935 года. Его также можно отличить по пластине, расположенной впереди радиаторной решетки. Вы видите KMM-10, буксирующее 88-миллиметровое орудие в России в 1941 году. Основная модификация KMM-11 появилась в 1937 году и оставалась в производстве до 1944 года. Его также выпускали Австрия и Италия. В фильме, выпущенном Министерством авиации, участвует KMM-10. Это был основной пропагандистский фильм, демонстрирующий растущую мощь Люфтваффе Геринга. В нем присутствуют эпизоды учений зенитных подразделений Люфтваффе, которые дают представление о действиях 8-тонного полугусеничного тягача и 88-миллиметрового зенитного орудия. Сочетание техники, впоследствии завоевавшего славу опасного противника. 88-миллиметровые орудия прикреплены к тягачам, прицеплены к тягачам, которые окрашены в трехцветный камуфляж — серый, зеленый и коричневый цвета. Прибыв на огневую позицию, расчет быстро устанавливает 88-миллиметровое орудие. Эта процедура будет постоянно, чуть ли не ежедневно происходить в ходе военных действий. 88-миллиметровое орудие применялось и в качестве зенитного, и противотанкового. Тяжелое орудие быстро готовится расчетом к ведению огня. При приближении вражеских бомбардировщиков здесь их изображают Дорнье-23. Орудия открывают огонь. Шасси 8-тонного тягача использовалось для переоборудования в самоходные зенитные установки, оснащенные 20-миллиметровым флаг Верлингом или 37-миллиметровым флаг 36. Но основной задачей машины оставалась транспортировка. На этих кадрах SDKF-Z7 буксирует 105-миллиметровую гаубицу. Но, как правило, он действовал вместе с 88-миллиметровыми зенитными или различными вариантами стандартного тяжелого 150-миллиметрового орудия. Перед вами кадры, снятые в самом начале кампании в России летом 1941 года. Они демонстрируют, насколько быстро могли продвигаться вперед орудия, следующие за танками. Хорошая связь давала возможность командующему танками вызвать артиллерию, чтобы как можно быстрее обеспечить огневую поддержку. Без сомнения, именно возможность быстрого подхода артиллерии стала одним из основных слагаемых успеха германской армии на начальной стадии боевых действий на Восточном фронте. Когда конфликт стал разрастаться до непрогнозируемых и нежелательных масштабов, потребность войск в 8-тонном тягаче увеличивалась. Особенно удачной была его способность действовать в тяжелых природных условиях России. Войскам требовалась еще большая подвижность после того, как в 1942 году ситуация для германской армии начала ухудшаться. Тяжелые потери среди СДКФЗ в Северной Африке и на Восточном фронте осложняли положение, но выпуск их заводом Краус Маффей в 1943 году достигал 100 штук в месяц.
Машина была, без сомнений, очень удачной. Англичане провели испытания трофейной техники и даже рассматривали возможность выпуска этой модели для нужд своей армии. Восьмитонный транспортер в основном использовался в качестве тягача. Иногда его шасси переоборудовалось для установки зениток. В конце 43 года были построены машины с деревянными кузовами для перевозки тяжелых грузов, прежде всего боеприпасов. В 1944 году часть восьмитонников была переоборудована в командные машины. Они сопровождали пусковые установки ФАУ-2. На параде 20 апреля 1939 года в Берлине, посвященном 50-летию Гитлера, за восьмитонными тягачами, буксирующими тяжелые орудия, следуют полугусеничные машины, которые в начале 30-х годов разрабатывались для нужд Красной Армии. 12-тонный тягач появился в германских вооруженных силах в середине 1934 года. Последняя модификация ДБ-10 начала выпускаться в 1939 году. Всего 4000 было выпущено компаниями Daimler-Benz, Krauss-Maffei и Skoda. Вес тяжелого орудия и большой расчет требовали наличия именно SDKFZ-7 или SDKFZ-8. 12-тонный тягач использовался для транспортировки тяжелых 170-мм и 210-мм мортир, их расчетов и боеприпасов. 170-мм К-18 «Мозель» использовалась на уровне корпуса и являлась самым тяжелым стандартным орудием на вооружении армии. Оно было настолько тяжелым, что для транспортировки разбиралось на две секции. Каждый перевозил 12-тонным тягачом. Вы видите кадры, снятые на территории России. Два 12-тонных тягача входят в Киев в августе или сентябре 1941 года. Наиболее мощным и большим из всех полугусеничных тягачей вермахта был 18-тонный СДКФЗ-9, выпускаемый заводом ФАМА в Бреслау. Он поступил в войска в 1938 году. Всего их было построено 2500, пока в 1944 году производство не было прекращено. Он использовался в качестве тягача для особо тяжелых орудий. Два 18-тонных тягача медленно перевозят на место установки одно из самых тяжелых орудий германской армии. Событие происходит на севере Франции, около Кале, в 1940 году. Предполагалось, что орудие будет обстреливать города на английском побережье и суда, идущие по Ла-Маншу. На базе тягача устанавливалось ремонтное оборудование. Грузоподъемность лебедки достигала 40 тонн. На фотографии 10-тонный кран с электроприводом. Условия на территории Советского Союза были ужасными. Глубокий снег зимой, грязь весной и осенью. Колесной технике приходилось нелегко. Два решения. Первое – целенаправленное производство с учетом природных условий. И второе – сначала показавшееся неразумным, затем одобренное для массового выпуска, были подготовлены ко второй по счету зиме в кампании на Восточном фронте. Появились полностью гусеничные Раупеншлеппер Ост и полугусеничный Маультер, переделанные из грузовика. Первый появился на фронте в конце 1942 года и выпускала компания «Штайр», адаптировавшая свой полуторатонный грузовик, установив его на гусеничное шасси, который теперь мог передвигаться и по грязи, и по снегу. Первый «Маультер» был изготовлен в полевых условиях в дивизии СС «Рейх» специально для условий России. На гусеничное шасси «Карден Ллойд» захваченного британского транспортера «Брент Карриер» был установлен корпус грузовика «Форд». В результате получился удачный полугусеничный транспортер. Началось производство аналогичных машин с использованием подвески «Карден Ллойд». К концу 1942 года Opel, Magirus и Ford производили такие транспортеры. К 1944 году их было выпущено около 22 тысяч на базе 3-тонных грузовиков. Самым большим был Mercedes-Benz грузоподъемностью 4,5 тонны. В нем использовались корпус грузовика Mercedes-Benz 4500 и шасси устаревшего танка Т-2. Таких машин было выпущено около 1500.
1944 году Форд выпустил 14 двухтонных машин. Тягачи РСО часто использовались для буксировки 75-мм орудий ПАК-40. В 1944 году появилась вторая гусеничная модель, выпущенная компанией Magirus. От Штайра она отличалась дизельным двигателем и угловатыми формами. В 1945 году было выпущено 25 тысяч Штайров РСО. В германской армии Второй мировой войны колесные и полугусеничные транспортеры играли очень важную роль и в ее победах, и в окончательном поражении. And her ultimate defeat. Thank you.
Das ist ein Himmelsbund. Land, Land, Land.